Ну, что вам могу сказать? Однозначно я вам подскажу. Во-первых, я профессиональный актер. Во-вторых, я умею ладить с детьми. У меня театральная студия детская, я ее веду. В-третьих, я имею опыт лечения диких животных и выхаживания их. И в-четвертых, я каким-то образом похож, как говорят мои знакомые, на Ролана Быкова. Даже подозревают, не родственник ли я ему. А он ассоциируется у многих поколений с таким добрым дяденькой, который, если играет не логопеда забавного, то хотя бы Бармалея из Айболита 66, но все равно забавного Бармалея, который очень близок и приятен детям, ну и взрослым тоже. Так вы логопед, очень приятно. Пожалуйста, садитесь. Хотите чаю? Хочу. С удовольствием. Пожалуйста. Ну-с, кто у нас буфет? И однозначно надо брать меня. Меня зовут Михаил Новицкий.